которое я хочу сейчас тоже исполнить, она у меня-то на 5 аккордах, он в 3 уместил. Но я прям вот так послушал, пацан поет душевно, вот так хорошо поет, и внизу комменты соответствующие, молодец, там все. Ну, один меня восхитил, потому что было написано так: как классно поет пацан, не то что этот мордатый полковник из голубых билетов. Я так обрадовался, думаю, хоть знает народ, знает. Ну что ж, да, эту песню написала в 95-м году, наша первая командировка в воюющую Чечню. И сегодня я исполняю для всех тех, кто прошел кавказские события, первую, вторую. И сегодня там достаточно тоже неспокойно. И дай бог, чтобы все наши мальчишки живыми и здоровыми возвращались домой. Две вертушки на мосту. Щедро мы свидимся теперь, тебе еще служить, а мне домой. Я на Урал, а ты потом в Сибирь. Дай Бог, чтоб остался здесь живой. Смотри напрасно, пулю не щи. Да знаю, что не трус я, к слову, так. И руку мне в последний раз пожми. И песню спой, я знаю, ты мостак. На мосток, две вертушки улетают дембелей у дверей. Командиры обнимают, ну прощай, Канкала. Снова выстрел за горою, никогда, никогда. Мы не встретимся с тобою, ну прощай, Канкала. Снова выстрел за горою, никогда, никогда. Мы не встретимся с тобою. Опять уходит в ночь десантный взвод. Опять на память песня про Афган. Билеты вновь теряют здесь бойцов. Все так же, как друзей теряли там. Прощай, братан, тельняшку береги. Она заменит орден и медаль. А встретимся, помянем мы свои. Как жаль этих пацанов, ну как их жаль! На мосток, две вертушки улетают дембелей у дверей. Командиры обнимают, ну прощай, Канкала. Снова выстрел за горою, никогда, никогда. Мы не встретимся с тобою, ну прощай, Канкала. Снова выстрел за горою, никогда, никогда. Мы не встретимся с тобою никогда.